Всем привет! Вы на канале Кости Фолстона, и я рад, что мы снова с вами встретились. Ну а те, кто видит меня впервые, есть кнопочка подписаться, так что не тормозите. Подписывайтесь на мой канал, и мы будем видеться с вами чаще. Ну а теперь давайте к делу. Сижу я, в общем, готовлю роскошную жизнь одного известного футбольного человека, и тут бац, Мир Челученску стал главным тренером «Динамо». Ох уж этот 20-й год! Сколько всего шокирующего происходит каждый день. Коронавирус, протесты в Америке, наводнения, пожары, теракты, Луческу в Киеве. Ну просто как гром среди ясного неба. Естественно, не для меня одного это стало сюрпризом, и общественность активно принялась реагировать. Обычные посты в Инстаграм «Динамо Киев» набирают по 50-60 комментариев, а после назначения Мирчина должность главного тренера буквально взорвала вулкан комментов – целых 1700. Листать их можно до бесконечности, но судя по тем, которые выведены в топ, это подстава для динамовских фанатов. Многие недоумевают подобной перестановке. Фанаты «Динамо Киев» и вовсе стали стягиваться к воротам клубного стадиона, чтобы Суркис ответил за базар. Ну а после выпустили официальное обращение к работникам клуба, призывая их к массовому увольнению. Объективно говоря, это огромный популизм. Призывать к подобному, ведь в период кризиса выбор между стабильной работой и требованием ультрас очевиден. Главное, чтобы это не закончилось охотой на ведьм. Для многих фанатов бело-синих Шахтер не просто конкурент на внутренней арене, а главный соперник. Во время руководства Луческу напряжение на стадионе во время матча двух клубов можно было разрезать ножом. Неоднократно это выливалось и в стычки как на поле, так и за его пределами. И именно Луческу был кузнецом этой ненависти. Румынский тренер неоднократно разжигал этот огонь войны своими неоднозначными заявлениями. За 12 лет работы в донецком клубе Мирча выиграл 22 трофея, и эта доминация не могла не наложить отпечаток на его работу. Он даже посягал на самое святое для любого динамовца – на Валерия Лобановского. Луческу прозрачно намекало о том, что федерация «Динамо», руководимые братьями Суркис, в сговоре и страдает Шахтер, что Ребров не тренер, а картинка, что «Динамо» ужасный в трансферах и много чего другого. Естественно, все эти уколы в адрес столичного клуба отзывались огромной злостью в сердцах фанатов. Да, после Мирчи были и другие тренеры в «Шахте», но именно Луческу сделал эту ненависть между клубами значимой. А теперь он будет тренировать тех, о которых так нелестно отзывался? С фанатами «Динамо» ситуация проста и понятна. Они очень уважают свою историю и не ожидали такого плевка в спину от суркисов. Зачем они тогда ездили на выезды в Донецк, рискуя жизнью или здоровьем ради своего родного клуба? А если для руководства команды это все лишь игра? Фанатов киевлян, кстати, поддержали и легенды клуба, обладатели золотого мяча Олег Блохин и Игорь Биланов. Блохин заявил, что подобное поведение Суркиса – это плевок в душу болельщикам «Динамо», а Игорь Биланов не подобрал литературных слов и сказал, что это просто позор назначение Луческу главным тренером «Динамо». С точки зрения «Шахты» понятнее еще больше. Мирча – предатель, который после 12 лет в донецком клубе перешел в стан конкурентов. Кто-то даже оперативно подредачил статью в Википедии. Да, часть фанатов смотрит на это достаточно спокойно, просто старик решил подзаработать денег перед пенсией, и лишь единицы желают мистеру удачи. В итоге фанатские симпатии разделились примерно 80/20, где 80% шок, ненависть и неприятие, и 20% равнодушие. Оправдание Луческу стоит сказать, что, возможно, это один из последних, если не последний, шанс поиграть в квалификации ЛЧ и громко хлопнуть дверью перед всеми критиками. Да и объективно в верности «Шахте» он не клялся. Прошло уже года 4, не все так критично, как кажется. Но футбол – это нечто большее, чем фанаты. Это бизнес, который должен приносить деньги. Давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Что может дать «Динамо» бывший тренер «Шахты»? Ну, сольет он им всю внутреннюю кухню горняков 4-летней давности. Ну ладно, невелика потеря. Опыт? Да, но опыт успешный у него один – у горняков. После «Шахты» Мирча уехал в «Зенит». Все мы знаем, как «Газпром» продвигает свое детище в РПЛ, сколько вливает туда бабла и как яростно хочет чемпионств. Тем не менее, при всех сопутствующих условиях питерцы заняли лишь 3-е место в чемпионате, а Луческу запомнился своими гневными речами в адрес арбитров и руководства лиги. После этого был приглашен в сборную Турции, однако там процент его побед составил всего 23. Это очень и очень мало. Как в итоге суркисам пришло в голову набрать Луческу и предложить ему кресло тренера, неизвестно. Тем более, что 29 июля ему исполнится 75 лет. Это очень и очень солидный возраст, и долго тренировать у него точно не получится.
Не стоит забывать, что это большие нагрузки, нервы, скандалы. В 75 лет это уже ощутимо влияет на организм. Чтобы построить клуб, нужно несколько сезонов. Яркий пример – Клопп в Ливерпуле. Первые сезоны у Юргена формировалась команда, и вот спустя 4 сезона мерсисайдцы – победители ЛЧ. А еще год спустя – чемпионы АПЛ. Гарантий, что Мирч отработает до 80 лет, нет в принципе. Второй сложный вопросик – трансферы. Луческо рулил всеми трансферами в Шахте, подбирал бразильцев на свой вкус и цвет. Динамо таких вольностей ему не дадут, да и те же суркисы очень активно влезают в покупки киевского клуба. В Зените, к слову, было то же самое. Луческо просто не давали покупать того, кого он хотел. Но с «Динамо» есть еще один минус – нет денег. Даже если братья не будут лезть в трансферную политику клуба, то денег они сейчас выделить не могут. Сейчас они должны бодаться с «Приватбанком». Да и в принципе в «Шахтере» Луческо прославился тем, что затаривался бразильцами по самое не хочу, а украинцев использовал исключительно, чтобы пройти по лимиту легионеров. Что будет в «Динамо», где в старте стабильно выходит по 7-8 украинцев, неизвестно. В общем и целом, логика шефа «Динамо» неизвестна и непонятна. Суркис также заявил, что Луческо был единственным кандидатом, которого они рассматривали. И это вызывает еще больше вопросов. По словам Суркиса, есть только два варианта, чтобы уволить Луческо. Первый. Фанаты скидываются ему на компенсацию. Второй. Команда не показывает результат, и тренер уходит без денег. Но все это, на мой взгляд, навешивание лапши. Во-первых, такой расклад подразумевает мгновенные результаты под руководством Мирчи, во что верится слабо. Во-вторых, есть масса вещей, которые можно качественно изменить внутри клуба, а на игре команды это скажется спустя время. Например, тот же Ливерпуль захантил топового диетолога, которая месяцами прорабатывала с каждым игроком его питание, и это дало свои результаты лишь спустя сезон или два. Как эту внутреннюю кухню оценивать фанатам? Только на словах. То есть никак. Так что, друзья, вопросов пока больше, чем ответов. Зачем Суркисы приглашают немолодого, сомнительного тренера, который доказал свою состоятельность лишь в одном клубе, да еще и в донецком «Шахтере», который уже не молод, которому будет сложно реализовать долгосрочный проект перестройки и который банально не любит украинских футболистов. Уже сейчас вангую, что «Динамо» еще отгребет репутационных потерь от этого решения. Если смотреть фактам в глаза, то понятно, что вероятность провала Луческо в столице достаточно высока. Но и расстраиваться не стоит. Скорее всего, будет поинтереснее, чем при Михаличенко. Ну а я в любом случае желаю Луческо проявить себя как качественный тренер, у которого есть порох в пороховницах. Единственное, что он может сделать сейчас, это ответить критикам своей игрой. И, кстати, не стоит забывать, что он очень хорошо повлиял на украинский футбол. Ну а с вами был Костя Фолстон. Пишите в комментариях, как вы отреагировали на такой переход в динамовский клуб и что ждет «Динамо» с новым тренером. А мы увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока. Не скучайте.